Вообще у меня все нормально, но настроение без конца меняется. Как все-таки плохо взрослеть. Но все-таки, раз я сюда приехала на первый курс, значит, я выбрала свою дорогу в этой жизни. И назад возврата нет. Нужно собраться и работать. Летит, бомбит, вот такие-то тяжелые ноги. Да брось ты легко, Оксана, ногу, встань с правой ноги. Что ты как чучело? Раз, ногу, легче, раз, легче, вот так. Да ты же ведь идиотка, ни разу так не сделала, ни разу. Я же говорю, что вы на халке, дармоедки. Сэри, это что у нас за сэри, не работает наш класс? Это нужно сдохнуть, чтобы вы хоть что-нибудь... Кидай! Вот низом-то кидай, кидай носочку. Правильно, Маша. Еще, еще легче, Маша. Оп! И бросай! Раз, и два, и бросай! Вот так, и раз, бросай! Здравствуй, моя самая прекрасная, добрая и самая-самая любимая мамочка. Мамочка, я уже просто не могу выдерживать эти улановские нервные срывы на своей шкуре. Не понимаю, чего она от меня хочет? Я уже и так пыжусь изо всех сил, а она кричит. У тебя, Скорик, нет мозгов. Мне страшно надоедает, когда Людмила Георгиевна меня обзывает весь урок Скорик. Бесит. Может, она действительно хочет, чтобы я уехала домой? Просто так она бы мне не вдалбливала. Мне здесь делать нечего, в Пермь езжай. И если честно, я уже подумываю об этом. Но на самом деле, что я здесь забыла? Мамочка, пожалуйста, помоги мне. Раздражает. Каждый год одно и то же. Я не хочу остаться без нервов окончательно.